Здорово, народ! Ну что, сегодня владельцы ИСа 7 будут очень сильно довольны, потому что посмотрите, какую красоту тут дедушка 7 показал с двумя отметочками, да, на орудии. Но узнаем, что будет в этом бою уже сейчас. Не буду вам спойлерить, но будет очень кое-что интересное здесь произойдет для нашего героя. Скажем так, очень долгожданное. То, чего он добивался прям длинное время, да? В общем, пишите в комментарии свои предположения, что же такое у ИСа 7 тут произойдет интересного. Ну ладно. У нас режим штурм. ИС 7 вверху списка. К тому же, наша команда в роли обороняющейся, поэтому, в принципе, ситуация очень даже неплохая на первый взгляд. Ну, это только на первое. Там посмотрим. Так, выезжаем сразу. Пробуем здесь откидаться, но не совсем получается. Снаряд этот решил нас немножечко подвести. Вот, следующий уже нормально. По стендарду Б зашло как надо, чтобы парни там не наглели. Да, тут смотри. Вылазит там на своих эстехах картонных, а? И по СУ-101 еще бы хорошо, если бы залетело, да? Вообще бы было отлично. Ну и так. И так сойдет, как говорится. Так. КПЗ-50Т у нас прямо по курсу. Пробуем по КПЗ отрабатывать. И стендарт Б, смотри, какой наглый. И лезет, и лезет, и лезет, и лезет. Да ё-моё. Так, сушечка 101 НЛДшечкой торгует. Ничего себе. Ну, на 347 дали. Ну, вот и первый фраг. Уже к нам в копилочку залетел. Так, продолжаем работать. Здесь КПЗ-50Т особо ничего не может сделать. К тому же, пока вроде нас слева никто не беспокоил. Хотя вон уже там объект 704 и 7 подкатили уже. Желающих прибавилось тут с нами поразвлечься, да? Он уже в бочину к нам заглядывает, уважаемый. И стендарт Б выезжает, а ну-ка. Ля, стендарт Б, выцеливай, да что ж ты будешь делать? Давай, до свидания, стендарт Б. Это никуда не годится. Так, тем временем там нашу базу уже захватывают полным ходом. Минута до захвата базы. Вот так у нас интересно девки пляшут, как говорится, да? Уже там базу делают нашу. Делают ей приятно, да? 3-4 счет. И как бы то мы ничего с не взяли. Потому что противникам-то надо штурмовать. Не нам. Нам нужно обороняться. Они, видите, вот пытаются нашу базу. Так. Фуловый из 7 тут какой-то довольно любопытной позиции, я вам скажу. Из 7 решил задницей своей покрасоваться, да? Новые трусы купил. Ты чё там? Так, демонстрируешь, а? Так, ну вот уже перестроился, да? Перестал тут ерундой страдать. Ну, пока он перестраивался, мы еще по объектику 704-му залупинили. И танкуем даже, и сейчас и доберем. Отлично, как все идет. Ты смотри, уже 4800 урона. Ну и давай, на ИСа 7-го. Дуэль 2-7 у нас намечается. Вон ЛДшечку на 516. Так, ну пока мы очень даже неплохо чувствуем себя в этой дуэли. И еще разочек, ты смотри, критический урон. Вот это уже опасненько, и выцеливает, выцеливает нас. Ну погнали, врываемся. По НЛД, полетело еще раз на 512. Не, ну эту дуэль мы должны забирать на свой счет. Потому что, ну смотри, пробивает. Пробивает, и теперь выезжаем еще раз по НЛД, броня не побрит, а тут у нас нам сообщают. И пошел в клинч. Не, дуэль двух ИСов 7, это, конечно, интересная ситуация, да? Сейчас столько много развелось всяких тяжей, что... Ну, тут Кунспанзер врывается, и уже дуэль не совсем честная, но ну, у нас тут особо нет времени с ИСом 7 сражаться, потому что там уже нашу базу полным делом, да, обрабатывают.
Так, народ, ну пока время есть еще до финалочки, давайте вам напомню, что спонсоры этого видоса — парни с классного сайта WodKit у нас сегодня, где вы можете золото и премиум танки получать. Советую, вот вам на WodKit главный контейнер, из которого больше всего крутых призов выпадает там. И ловешника я выбивал, и с 3СМЗ, и с ТРБС-1, и 10 тысяч голды. Да что только не выбивал вообще, огромное количество уже разных интересных прям танков выбил, но тут красиво ворвался из 7-й. В общем, залетайте по ссылочке в описании на сайт WodKit, а если будете счет пополнять, вот этот наш классный промокод вводите, по нему каждый получает гарантированный подарок-бонус при пополнении счета, не забудьте там промокод указать. К тому же на WodKit проходит ежедневная раздача призов. Там можно выиграть 5000 халявной голды. Я выигрывал очень просто по ссылочке в описании. Перешли на WodKit, вниз сайта пролистали и нажимайте там вот эту кнопку «Участвовать» внизу сайта WodKit. Обязательно нажмите, ее нужно каждый день нажимать. Кто сегодня не нажимал, залетите, нажмите прямо сейчас. Там голдишки, в принципе, поднять вполне реально. Я поднимал, почему бы не попробовать. В общем, все в описании. А мы смотрим далее, ситуация 4 в 2 у нас тут появилась, да? И он, Центурион Экшен Икс, на нашу елочку врывается. Ну, поехали, Центуриончику залепим. Так, ну им уже победить будет непросто, да? Базу мы тут должны охранять тщательно. Хотя, посмотри, пытаются развести, вон, 430 у с другой стороны работает. Там все-таки 2 СТ 10 уровня против нас. Не такая простая финалочка. И добираем Centurion Action X. И очень скоро мы узнаем, обязательно досмотрите до итогов, да? Я вначале вас просил написать в комментариях, что такого произойдет важного и радостного вот для владельца ИСа 7. Сейчас узнаем. Так, вертуху пробуем ответить. И там он уже на Кунспанзера выезжает, и походу Кунспанзер сейчас его доберет, да? Должен Кунспанзер. Ну-ка. Ну да, добирает Кунспанзер, и мы идем к итогам, и сейчас узнаем, что же там такого. Так, ну и тут у нас воин, основной калибр, стальная стеночка, Редлик Мастер, и три отметочки долгожданные, да? Было две в начале боя, я намекал, и вот третья пришла. Я думаю, долго и он к этому шел, но и в таком классном бою, 7556 дамага, 8 фрагов. Вот такая красота. Еще и мастера взял. В общем, лайчинский подписочку не забываем. Вверху справа сейчас появляется прошлый видос. Залетайте, смотрите, кто не видел. Ну или слева вот видос, можете тоже что-то не видели посмотреть. Ну а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!